невозможно. Вот. Как дальше развивалась и пришла к YouTube? Вообще я начала учиться в колледже на дизайнера интерьера. И мы переехали, мы женились с мужем, потом мы переехали в South Carolina, это прямо совсем другой конец Америки, мы жили здесь, где я сейчас живу, мы переехали в South Carolina, и мне просто там было очень одиноко, и делать нечего, и мне там никогда не понравилось, поэтому мы через 2 года сюда переехали, но это другая история. Поэтому я начала делать видео на YouTube, потому что мне было очень грустно, и у меня друзей там не было. Просто не знала, что делать с собой целый день. Я просто включила камеру, сказала: «Всем привет, меня зовут Эвелина, давайте будем дружить в интернете».